потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. А вам напоминаю, вы находитесь на канале Asmodee Play. И мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских. Бьем точно в цель. Да, конечно. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Друзья? Ну, как запел. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нам нужно быть в двух местах сразу, сэр. Невозможно. У нас нет другого выхода. Шансы убить Макарова 50 на 50? Прайс, запроси разрешение взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Олпом возьмем кладбище в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Да, сейчас. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Наивнее. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Ой-ой-ой, сейчас вот миссия будет. Где? Бежим. И стреляем. Хоп. Бежим. Давай, давай, давай. Успеем добежать. Давай, давай, давай. Давай. Вот так. Техника уничтожена. Внимание, Макаров не обнаружен. Повторяю, Макаров не обнаружен. Никто больше не покидал здание. Возможно, машины были приманкой. Понял. Идем к зданию. Давайте. Движение угонщик. Что-то за лесная пушка, домик такой. Разве это серьезно? Бомб. Давайте. Давай, пробиваем. Бум. Я тебя прикрываю, Руч. Прикрывальщик. Гостиная чисто. Давай. И вот так вот. Ну ты чё, Олежа? Иду, иду. Так. Вижу противника. Его вижу. Теперь еще дело. Пробить. И начали.
Все? Зачистили. Все чисто, отряд, перегруппироваться. Скайкроу, фотографии. Вас понял. Шепард, это Гоуст. Макарова не видно, повторяю, Макарова не видно. Капитан Прайс, какие успехи в Афганистане? Достаточно. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела? Скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Давай, сейчас подожди. Мы с этим и занимаемся, сэр. Макарова некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, собираем. Компьютера Макарова и начинай передачу данных. Азов, ты прикрываешь сзади, я иду первым. Мне надо вооружиться. Оперативная группа, это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Соуп, прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Давайте. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Что за чертовщина? Внимание, с юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Я на позиции. Давай. Разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. А двое? Вас понял. А где они? Обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед. Вижу, вот они, на поле к юго-востоку. Блин, только перестрелку вижу. Вон он. Где запад? Да, я вообще не вижу. Вижу дополнительные силы противника. Двигаются в вашем направлении. Они у солнечных батарей на востоке у дома. Ага. Они идут у солнечных батарей на востоке у дома. Все, понял. Вас понял. Постараюсь их снять, когда пойдут между деревьями. Используйте мины, если они у вас есть. Установите их на тропинку у дома на востоке. Блин. На тропинку. На. На. Я ранен! Скаркроу убит, повторяю, Скаркроу убит. А, меня ранили, ну того! А то он убит. Расчет РПГ двигается с востока. Подожди. Больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эринга. Прикрывайте подход на западе. Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Блин, не успел защитить их нахрен. Один готов. Они бросают больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эринга. Прикрывайте подход на западе. Давай. Как тебе? Когда ножки подрежут. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Ждем. Да как какого ты там застрял-то? Вижу противника на 10 часов. Отсюда не могу. Мы подходим
блин. Он ранен. Кто еще тут остался? Давай. Так мне их всех. Внимание! С северо-запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Вертолеты противника, 15 секунд. Вас понял, 15 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй. Противник уничтожил ЗУ. Они бросают больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эллинга. Прикрывайте подход на западе. Меняю позицию. У вас не будет Блин. Поддержки. Поддержки 30 секунд. Больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эллинга. Прикрывайте подход на западе. Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Блин, никак я не... Есть один. Они бросают больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эллинга. Прикрывайте подход на западе. Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. На. Блин. Быстрее надо, живее надо как-то. Они бросают больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эллинга. Прикрывайте подход на западе. На. Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Откуда? Давайте-ка. Я перезаряжаюсь. Еще. На. Ух ты. Побежал, побежал. Расчет РПГ двигается с юго-запада. Боевые вертолеты противника приближаются с северо-запада. Да пипец. Я понял, вертолеты противника приближаются с северо-запада. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому. Куда я тебе восстановлю ее? Я уйти не могу. Вот тебе взрывчатку у дома. Двигается с юго-запада. Боевые вертолеты противника приближаются с северо-запада. Вас понял. Вертолеты противника приближаются с северо-запада. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому. Время 10 часов. Подождите, я перезаряжаюсь. Спокойно. Подождите. Блин. Блин, до этого как-то было полегче там, все-таки. Вертолеты противника приближаются с северо-запада. Вас понял, вертолеты противника приближаются с северо-запада. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому.
Нате вам. На. Он готов. Кто еще? Перезаряжаем. Бегут. Надолго ли они убежали? Снайпер один в ударной группе. Внимание! С севера, запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Вертолеты противника. 15 секунд. Вас понял. 15 секунд. Это Шепард. Мы почти в зоне высадки. Доложите обстановку. Сваливаем. Итак, как могу двигаюсь? Быстрее меня сейчас только понос. Тихо. Блин, не успел. Спокойно. Давай, беги. Бунг. Вот теперь по сюжету. Теперь нормально. Давай. Вот так вот. Как ты меня тащишь, что он прямо вот здесь? А блин, я ее не могу задеть даже. На. Вот так. Вроде победили. Вроде бы. Я вот сейчас, смотрите. Помните, в самом начале, после КМБ у нас была миссия, и там был главный хер с усами. Вот он. Вот этот. Опаньки. Вот такой вот он предатель. Смотрите, как бесчеловечно. Я как понимаю, я же еще живой, все это вижу. Но ничего поделать не могу. Сейчас нас обольют и подожгут. Это бесчеловечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тебя отомстят. Тебя убьют. Козлина. Ты думаешь, умер? Умерли мы? Нет. Но это идея. А идея живет. Так что, как Феникс восстанием из пепла. Да, печальная была история, конечно. Очень печальная. Я сомневаюсь, что это, как сказать, полностью вымышленное. Мне кажется, такие персонажи все равно есть, были и будут. Поэтому... Роуч, Гоуст,
Прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Да. Нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Без проблем. Перестаем перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. До скорой встречи, до скорой встречи. Я лечу к тебе навстречу. Мой друг. Давайте, выдвигайтесь отсюда. Итак. Сойдет. Давай. Сейчас очень горячо. Повторяю, в зоне высадки жалко. А у меня тут прямо-таки ветер дует прохладный. Летаю. Постарайтесь взять ситуацию под контроль до моего прибытия. Постараемся, Николай. Главное, давайте сюда. Там. Вот он. Держитесь в стороне, пока можете. Пусть люди Макарова и Шепарда бьют друг друга. Мы можем прослушивать их линию по их же рациям. Я собираюсь выйти на контакт с Макаровым. Кто там? Ага, два раза. Это Прайс. Шепард у нас теперь герой. У него в руках свой план операций. И как план, что все. Да сейчас. Дайте мне все, что у вас есть на Шепарда. А я об остальном позабочусь. Макаров, я знаю, что этот канал ты слушаешь. Блин. Так вот. Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Давай. Надо, ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны. Шепард держит точку Хоутел право. Ты знаешь, где это. Ладно, встретимся в аду. С удовольствием. И давай привет Захаеву, если будешь там первым. Кто тут обстреливал меня? Так. Николай, мы где, черт подери? Давай. В районе Кандагара песчаные бури. Приходится делать большой крюк. Мне платят не так много, чтобы я рисковал самолетом. Еще сюда немножко. Вот теперь можно посмотреть, как тут продвинуться нам. Все туда. Так. Для нас зачистили местность. Твою мать!
Сколько вас там еще? Ну, хорошая винтовочка. Надо брать. Кто тут еще остался? О, кто-то остался. Нет, они не добрые люди. Так, надо бежать дальше. Ну что, по мне стреляют кого-то? Нам нужно на самолет Николая. Знаю, знаю. Ой-ой-ой. Сюда. Сюда. Этого задавили. Что-то ни одного джиггернаута, кстати, не заметил. Вау, бомба! Граната! Блин, так меня все-таки и убили. Ладно, попробуем еще разок пробежать. Тихо, почему ты по мне-то стреляешь? Блин, они сзади. Так, я сюда не пойду. Я сюда пойду. Блин, не пойми, кто в кого стреляет. Так, БТР-то никак не подорвать вам. Капитан Прайс, я слетаю через минуту. Если хотите отсюда убраться, поторопитесь. Давай, 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 давай. Я еду. На, на. Едем. Да, это такого без этих. Без огневой поддержки. Ну, это классика. Когда мы катаемся и стреляем. Стреляем и катаемся. Ни одно Call of Duty не обошлось еще без этого. Даже в космосе что-то подобное вроде было. Конечно же, миссии под водой. А там вроде как только в космосе. Ну тоже прострация. Давай. Давай, 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 давай. Ну, блин. Ой-ой-ой. Есть. Сумел. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!